Так, всем доброе утро. Поговорю по футболу. Сейчас идут прекрасные матчи Кубка Стэнли. Рубятся не на жизнь, а на смерть. Эти Каролина вынесла Айлендерс, отправила отдыхать. Лавина идет к победе. В общем, матчи крайне интересные. Вчера посмотрел хайлайтс сборной Украины по хоккею шайбой. Разнесли мы этих китайцев. Но я смотрел сборную Китая, по-моему, на Олимпийских играх. Они там много пригласили к себе канадцев, американцев. То есть совсем другая сборная, конечно. Но когда одни китайцы играют, то мне кажется, нашим можно завязанными глазами играть. Перед этим вынесли Эстонию. Нидерланды, я не помню, какой счет. Но Эстонию так тоже легко. Так, теперь по футболу. Поэтому всех, кто в хоккее, пожалуйста, включайте телевизор и смотрите. Там два матча идут. Второй матч, не помню кто. Интересную историю вчера смотрел, читал про ассистента в Эдмонтоне Зак Хайман МакДэвида. Крутейший чудак. Сын мультимиллионера, одного из самых богатых застройщиков Канады. Папа покупал ему для них, для своих детей, было там несколько команды в OHL, канадской региональной лиги, чтобы дети там играли. Даже покупал агентство по продвижению своих детей, профессиональное, скаутинговое. Ну, в итоге Зак, честно, заслуженно является одним из лидеров НХЛ. Невероятный трудяга, скромный парень, с прекрасным образованием. Стартовал в НХЛ 23 года, получал образование, честно, в университете. И пишет прекрасные детские сказки. Удивительная история. Человека из очень богатой семьи. Такое бывает редко. В основном это две дорожки кокаина, три дорожки мефедрона. Ну или просто, как у меня там товарищ, друг был, ну, знаменитым теннисистом, и к нему, а потом начал тренировать миллиардеров. И к нему один миллиардер привез ребенка своего на Роллс-Ройсе, и говорит, сделай с него большого игрока в ATP. Говорит, это невозможно. Я из бедной семьи, поэтому у меня все получилось. Нет мотивации, нет стимула. Так, по футболу. Вчера мы смотрели прекрасный матч. Бавария, Мюнич и евреи из Баварии, да? У них там даже был, когда основывали этот клуб, спортивный клуб Бавария, у них и венгры были президентами, и геи. Преследовались Гитлером. Удивительная команда. Мега-система. Мега-подход. И столько лет всегда на первых местах. Бавария вчера выдала во втором тайме лучшую игру свою за сезон. Ну, лучшую. Реал тоже был прекрасен. Поэтому поговорю об этом отдельно. Вчера был нанесен удар по всем журналистам, специалистам, стрелочникам. Анчелотти перед матчем сказал, есть тренеры, которые ничего не делают, а есть те, которые наносят вред. Ну, рисуют схемы, орут, постоянно что-то говорят, подсказывают. Я стараюсь быть первым тренером. На поле все решают игроки. Аплодисменты. Я когда-то смотрю на этих тренеров, которые что-то орут, постоянно какие-то схемы на ухо, но это просто смешно. Если ты купил Антона Ивановича Кросса или Модрича Луку, они там уже сами разберутся. Если можешь вместо них, выйди, покажи. А не можешь, молчи. Главное правильно скомпоновать команду, все. И держать нормальный микроклимат в коллективе. Я всю жизнь помню слова Валерия Непомнящего, который тренировал сборную Камеруна.
Ему камерунцы, которые играли во Франции в Лиге 1, пришли и сказали: чудак, ты нас не знаешь, мы тебя не знаем. Тебя федерация наняла, сиди на лавке, смотри на нас, мы будем играть. У нас есть тренер наш, Роже Мила, мы все сделаем, все, все. Анчелотти поэтому великий, потому что он, ну, не тошнит, не рисует эти схемы. Я вот когда-то то такое смотрю передачу, и там условный Спиваковский, который в театре играет, какие-то схемы постоянно рисует. Ну, кумедни. Ты возьми тех игроков, которые умеют играть в футбол. Если у тебя есть бюджет, вообще ты чемпион. Ну а круто без бюджета набрать игроков, тех, которые умеют играть в футбол. Так. Ой, комментирую дальше. Ну, игра началась бодренько. Там, где играет Венисиус на левом фланге, правый фланг Баварии перегрузил Венисиуса. И, в принципе, вот эти все химики и Мусиала, они начали перегружать этот фланг. И у них там как бы... Ну, у Баварии этот конек, это правый фланг. Они там кормят, кормят, кормят. Ну, как ни странно, было опасный сразу момент, там, на какой, на 43-й секунде. Кейн, ну, а Кейн хороший, он же везде хорош. Он и 11-м хороший, ложная девятка, и разыгрывает. И через Кейна обыгрывается, он у него опасный ход отличный. Он вывел этого, кого я там уже забыл. А, Сане вывел, и Сане ляпнул, не повезло. Ну, и с другой стороны, наш Лунин сыграл ок. В целом, игра Лунина, я не ошибся, что выйдет Лунин, и не ошибся, что будет ничья. Лунин сыграл, в принципе, норм. Сейчас могут многие говорить, первый гол, когда пропустил он от Сане, типа, это его угол ближний. Во-первых, все вопросы к защите и к опорной зоне. Почему Сане с правого фланга так долго шел? Он 20 метров делал, что хотел. И когда ты вышел на эту позицию, и у тебя хороший удар с левой, то у тебя два угла есть. Ты можешь обводящий дальний дать, и можешь плотно прородить ближний угол. И гадай, куда тут мяч полетит. И мяч еще нырнул под рукой. Поэтому Лунина вины я вообще никакой не вижу. Но если бы потянул, был бы мега-чемпион, не потянул, но все-таки... Бил достойный игрок, и все вопросы к защите. Опорная зона и фланг, они проспали Сане. Все, все. Крапка. В целом, по игре Баварии, ну, был отличный Кейн. Кимик, ну, Кимик не, хуже не играет, он каждый матч лидер. Мусиала этот молодец, молодой, дергал, дергал, на нем фалили, делал точки. Ну, Мюллер играл за счет опыта. А так, в принципе, вся команда играла. В этой игре было две команды с вертикальным футболом. Все вертикальные пасы. Вот я и Штутгарт недавно смотрел. И то же самое Атлетико Мадрид с Атлетико Бильбао. При вот этом высоком прессинге все три зоны идут компактно. И линия обороны, она стоит всегда высоко. То есть, если в вашей команде есть хотя бы три игрока, которые за шиворот кидают на ход, за эту линию обороны, все, игра делается. Вчера я увидел шикарные обе команды с вертикальным пасом. Особенно вертикальный пас у Реала. Много игроков, особенно их неправый фланг, давали на метров 25 на ход, на ход, на ход. Ну, после того, как Бавария Навала отошла, стадион, кстати, очень поддерживал, помогал Баварии. Это был реально 12-й игрок на поле. Вчера, конечно, Мюнхен-арена, это Альянс-арена, или как ее там, была бесподобная. Немцы там пьяные сидели, орали, полуголые, голые. Потом Антон Иванович Кросс отдал Венисиусу, я специально поставил его вчера на заставку Венисиусу, потому что я знаю, что этот игрок делает разницу с Родриго, со своим дружком. Играли они в 4-3-3, ложную девятку играл этот, сейчас,
Кожну дев'ятку Білінгема грав. Ну, Білінгем зараз, так він ярко почав в Мадриді, але він зараз, ну, ніякий. Да. Старається, бігає. Видно, треба від мами уходити. Сильно багато мами возле нього. Треба хорошу дівчинку завести, там, не одну. Може, він любить груповий секс. Там. І приводить себе в чувство. Начать, я не знаю, или у нього звездна болезнь. Но он сейчас не играет. Ну, в принципе, впереди жуниор этот Венисиус, он играл везде. Какую схему они играли, Реал, даже трудно сказать. По-моему, они 4-4-2 играли и все. По поводу первого тайма, ну, в принципе, все красиво получалось у Реала. Реал ушел отдыхать, а после перерыва вышла новая Бавария, которая за минут 15 прокатилась катком по Реалу. Реал еле-еле рамсы собрали. И был уже счет 2-1. Судья судил обалденно. Пенальти были оба заслуженные. Кореец этот с Наполи чуть-чуть терялся по позиции, и поэтому корейца бразильцы вскрывали. Маленький коротконогий бразилец всегда задергает длинноногого корейца, особенно в штрафной. Он же в штрафной, этот Родриго, под него подставлялся, и когда его сбили, он такой «Ес!» Накуканил его. У Реала хочу отметить все-таки Менди, который держал этот правый фланг Баварии грозный. Родриго ок, кросс топ, ну потом его поменяли. Кросс редко вообще фолит. У него самый высокий коэффициент качества паса и меньше всего фолов. Ну, чем Мини хорош был. Правый фланг Реала супер был. Вальверде, Васкес. Ну, самое слабое звено было это Беллингем. Лунин, ок-ок-ок-ок. Все. Молодой парень, достойный матч. Игра была сумасшедшая, никто не пожалел. Там все хвалят Эрика Дайера, он в Тоттенхэме играл при Маурине. Ну, на любителя. Ответная игра какая будет? Ну, по ответной игре, конечно, трудно сказать, но мне кажется, все-таки стадион Реалу поможет. И ну, Реал от обороны у себя играть не будет. Я думаю, Реал сделает Баварию, и Бавария уже будет, пойдет отдыхать по сумме двух матчей. Но все равно будет крайне интересный матч. Сегодня будет играть команда, за которую я болею. Это я их называю конвейер по перепродаже талантливых игроков. Это Боруссия Дортмунд, она же Пруссия. И ПСЖ, это команда богачей, да? Против Боруссии будут играть их ученики. Это Усама Дембеле и Ашраф Хакими, который хранит все свои деньги у мамы в шухлядке, да? И маму постоянно целует и обнимает. Ну, вообще, это удивительная команда Боруссия. Ихняя задача за сезон вырастить что-то дорогое и продать его внятно там, за миллионов 100-120. Вот есть магазины, все по 3, у них все по 100. Но так как они продают этих всех Холландов в разные Манчестер Сити, Реалы, Мадриды и в ПСЖ, то понятно, что они их ряды редеют. По этому матчу. Предпочтительно я однозначно вижу ПСЖ, который выполнил свои все задачи в чемпионате Франции. Какой у них будет состав примерно? Сейчас я посмотрю. ПСЖ. Ну, однозначно на левом фланге будет Мбаппе, который, ну, он погоду делает. Он всегда хорош. В топ форме, не в топ. Ну, понятно, он будет сдавать, потому что он жопа растет, вес набирает. А так, в принципе, парень еще играет, ну, в порядке. Статистика в этом году ок-ок. Дембеле, он
ну, просто показывает суперигру в последних матчах. Потом Ли. Ну, они будут играть 4-3-3, другой они не играют. И по сумме двух матчей я однозначно вижу победу ПСЖ. Боруссии, Дортмунд уже все. Они уже и в чемпионате подсдохли. Вот с Лейпцигом, их Лейпциг отвозил. Понятно, они мы там отдыхали чуть-чуть, но получили по самой не хочу. И перед Лейпцигом у них все матчи тяжелые. По Боруссии. По Боруссии, ну, лучшее у них это Санчо, который доказывает британцам, что вы зря меня списали. Забицер, Бранд в центре поля. Фюлькрух, ну, мне не нравится, хотя иногда хорошие мячи забивает. И вот этот Джан в середине поля. Ну, Хуминс, он держит оборону. Однозначно я не вижу перспектив никаких Дортмунда. Сегодня будет либо ничья, либо победа ПСЖ. Может быть, и даже 2-0. Я по-другому ничего не вижу вообще, от слова совсем. Ну а так, в принципе, все. Будем ждать этот прекрасный матч. А журналисты пусть запишут свои влоги, нарисуют стрелочки, кто куда будет бежать и кто как будет играть. А мы все вспоминаем слова Анчелотти, что не нужно лазить туда, куда не надо, а вы просто будьте для футболистов своих отцом родным, и все.